Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмиш Плей, меня зовут Иван, и мы с вами продолжаем прохождение Alan Wake 2. Нас тут сразу встречает такая бодренькая музычка, это та же музычка, просто прошла немного дальше. В прошлой серии что-то вообще все не по плану пошло, Мы опять за Алана, за сагу, я не понимаю, что происходит. Происходит какая-то дичь, просто дичь какая-то происходит в духе Контрола, в духе Алана Уэйка, в духе всей этой мистики. Зато мы сейчас узнаем... Что с сагой в темной обители? То есть они местами типа поменяли. Хотя подожди, Алан тоже сейчас в обители. Так, она очнулась в комнате разума? Чу? Она очнулась. Что происходит? Я в оперативном штабе? Нет. Это обитель разума. Что, блядь? Моя работа. Ее больше нет. Что вообще творится? Мне кажется, телевизор нужен. Ничего не выходит. В голове все смешалось. Досье? Вокруг никого. Она в обители разума, но это какая-то плохая версия обители разума. А, рукопись. Может быть, рукопись поможет. Куда все пропало? Радио? Как радио включить? Оно не работает? А, подожди, двери есть. Я думаю, почему? Я застряла. Где выход? О, обитель разума. Мы сейчас будем выбраться из обители разума. Темная сущность захватила Кейси. Украла у меня щелкунчик. Последнее, что я помню, она швыряет меня в озеро Колдрон. Я в темной обители. Заблудилась. Не знаю, как отсюда выбраться, не знаю, что делать. Это не я. Так ведь? Что? Кого подвела? Так, что произошло? Что происходит с доской зацепок? Это темный обитель, здесь небезопасно. Нужно выбраться отсюда. Скрэч забрал щелкунчик, Скрэч бросил меня в озеро. Другая сага. Я в темной обители заблудилась, не знаю, как отсюда выбраться. Она права, озеро Колдрон определяет этот мир о темной обители. Вот где я сейчас, в темной обители. Ты подвела их, куда мне сбежать? Найти улику. У нее обитель разума ломается. Если верить доске, я подвела их. Кого их? Я подвела всех. Логан, Кейси, себя. Это я виновата. Моя дочь мертва. Моего напарника захватил монстр. А я застряла в темной обители. Я абсолютно бессильна. Не может быть, чтобы от меня не было толку. Что вообще тут творится? Это на меня не похоже. Кейси. Кейси доверил мне свою жизнь, а я его подвела. Не прикрыла его. Ушла с головой в расследование информации, не имеющей отношения к делу. Я ему нужна была больше. А теперь он превратился в монстра. Я ему была нужна. Я, блядь, второй раз эту фразу пропустил, отвлекся. Логан. Из-за работы я не уделяла должного внимания семье. Слишком увлекаясь расследованиями тайнами. Мне нравилось, что от этой работы всегда веяло, и теперь эта опасность разрушила мою семью. Убила мою дочь. Нет. Что-то здесь сильно не так. Я ужасная мать. Я позволила дочери умереть. Скрэч забрал Кейси, и в этом виновата только я. У меня все из-за тебя. Ничего другого я не заслуживаю. Опять досье? История. Моя жизнь и семья просто часть его книги. Очередной белый ублюдок, который решает, что и как мне полагается делать. Он отобрал у меня дочь. Его роман никогда меня не отпустит.
Он меня не отпустит. Он использовал ее. А Кейси ничего здесь нет? Скрэч. Он использует Кейси, когда этого использовал Вейка. Что происходит? Да черт возьми, она жива. А сколько мне так раз делать? Сюда нельзя. Смотри, затемняется фотка каждый раз. Нет, с меня хватит. Не хочу больше ничего слышать. Опа, зацепка. Кейси заразили, а я этому не помешала. Так, отчет о травме. Описание травмы. Объект наблюдения физически ослаблен, не понимает, где находится и что с ним произошло. А симптомы, исходные с начальной стадии трансформации в темных, вероятно, подвергся влиянию тени. Требуется подтверждение. Ты знала, что он ранен, знала, что темная сущность что-то с ним сделала, но тебе было плевать. Ты лишь изображала беспокойство. Когда это было нужно? Когда он стал мешать тебе, ты отдала его Скрэчу. Вейк был Скрэчем. Почему я этого не заметила? Местоположение Брайт Фоллс, штат Вашингтон. Дознаватель, ведущий агент Киран Эстевас. Мистер Уэйк, в данный момент вы находитесь под стражей ФБК. Позднее вас ждет тщательный допрос. Сейчас же я хочу знать, что вам известно о происходящем в гостинице. Нам пригодится любая информация. Вы понятия не имеете, с чем имеете дело. Сущность, она охотится за мной. Хочет поглотить меня, поглотить весь мир. Да, вы упоминали некую темную. Так много подсказок. Как ты могла это упустить? Уэйк был под Скрэчем. Правда была у тебя под носом. Уэйк был Скрэчем. Скрэч был Уэйком. Скрэч Уэйк. Понятно. Дальше раскидываем зацепки. Куда это? Сюда? What? Что? О, а сейчас фильм запустился. Night Springs. Логан с Дэвидом обожают этот сериал. Каждую неделю смотрят. Это не... Что? Ты лишил ее отца и увезла в богом забытую дыру. Может, рукопись? А, да, вон что-то появилось. Не стоило им доверять. Это сюда. Это какой-то липкий кошмар. Меня заперли в комнате с мягкими стенами и соседями, страхами и сомнениями, нерешительностью. Страница лишь оправдание, почему ты всегда на шаг позади. Так, что сейчас? О! Было очевидно, что братья Каскела — лидеры культа. Культ стал отправной точкой, откуда все пошло по наклонной. Кейси пострадал. Я могла это предотвратить. Это дело. Это комната. Они вообще реальны? Я сыт по горло этими маньяками-культистами. Не стоило оставлять Кейси одного в гостинице. Я провела слишком много времени вдали от Логан. Ну, погнали раскидывать. Это ужасная мать. Она прозябала в одиночестве в этом проклятом трейлере. Я бросила напарника и занялась расследованием в одиночестве. Так ты ужасный детектив, нет? А, вот и ужасная напарница. Какого черта? Тебе так хотелось быть главной, что ты наплевала на него.
Вот, ты сошла с ума. Да ё-моё, нос чешется. Эти теневые монстры, другие реальности, вы волшебные писатели, серьезно? Подожди. Я хочу это поставить. Это не... Ему нужна была помощь, но тебя не было рядом. Ужасно, не хочется признавать, но я действительно плохая напарница. Я пыталась подавить их и сосредоточиться на расследовании. Но теперь мне от них не скрыться. Я тону. Надо отсюда выбираться, пока они не раздавили меня. Выход. Скрэч оказался нам не по зубам. Надо было убедить Кейси отстаться. Это еще одна зацепка. Нет. Наверняка можно что-то придумать. Я что-нибудь придумаю. Господи. Все это нереально. Я лишилась рассудка. На самом деле я сейчас не здесь. Обители разума не существует. Дело о сверхъестественной тьме. Да это просто обострение шизы. Я засунула Логан в консервную банку на задворках Вотери. Она погибла из-за меня. Наверняка можно что-то придумать. Я что-нибудь придумаю. Все кончено. Хватит уже трепыхаться. Я потеряла все. Тут уже ничего не придумаешь. Ничего не исправишь. Не выкрутишься. Я застряла здесь навеки. Наедине с прошлым. Со своей виной. Ошибками. Мне отсюда не выбраться. Выхода нет. Ты сама в это поверила теперь? Но это моя обитель разума. Мой разум. Здесь есть все, что мне нужно. Наверняка есть. Ой. Свет. Нет. Я не опущу руки. Сосредоточься, Сага. Здесь есть все нужные ответы. Нужно просто смотреть внимательней. А, фонарик, погнали. Мой жетон. Не стоило браться за это дело. Логан. Триллер использовал ее в своих целях. О. Мама, я сделала тебе браслет, он принесет тебе удачу. И себе такой же смастерил, так что привези из Вашингтона какие-нибудь эти... подвески? Нет. Хватит это читать. Я увидела такое в интернете и подумала о тебе. Ой, что ты делаешь? Это же просто безделушка. Не худшая мать. Да ладно тебе. Хватит обниматься уже. Не худшая мать. Огонь. Так, ладно, давай зацепки попробуем пораскидывать. Или еще пособираем улики. Спасибо, для меня это огромная честь. Диплом за безупречную службу. Агентство должно постоянно развиваться, ведь в нашей работе защите целых сообществ, стремлению к правде, по важности нет равных. Угу. Опять? Ты мне все сыпишь и сыпишь подсказки. Кончай винить себя, Андерсон. С нашей работой ножевые раны обычное дело. Если не прекратишь кудахтать, выметайся отсюда. А вот виски оставь. Это Кейси говорил. Слушай, Андерсон, когда ушла Миранда, я совсем развалился. А ты таскала меня к себе домой на семейные ужины. Спасибо, это было здорово. Привет. Сага, просто хочу сказать спасибо за записку. Сага, по-моему, иногда я слишком ухожу в себя, так что спасибо, что растормошила меня.
Мама, ты просто замечательный. Серьезно. Сага, по-моему, очень важно, чтобы Логан... Ладно, до связи. Сага, по-моему, очень важно, чтобы Логан взрослее видела, как ты занимаешься любимым делом. Тем, что у тебя получается. Это многому научит ее. Как и сейчас, порой ты будешь сомневаться в правильности своего выбора, в своих способностях и даже рассудке. Но когда тебе будет казаться, что все плохо, доверься себе и не забывай. Любить себя так же сильно, как и твоя семья. Ага, хорошо. Все, мы можем теперь раскидать это все. Ёб твою мать, улик набрал. И куда это? Подожди. Кейси доверяет мне. Точно знаю. Еще не слишком поздно, твою же мать. Что бы я ни сделала, все равно кто-то пострадает. Не знаю, что делать. Мне страшно. Мой худший враг я сама. Мои страхи мешают мне действовать. Мешают сбежать отсюда. Она... Проклятие, нет. Она ищет теперь зацепки, чтобы наоборот сказать, что ты неплохой напарник, ты неплохая мать и все остальное. Так, похвальная грамота, кружка для Логан. Вот. Ты сюда. Дерьмо. Нет. Подожди. Нет. Ну тогда это точно сюда. Я не идеальная мать, но я стараюсь как могу. Ну типа вот видишь, Логан подарил мне кружку просто из вежливости. Я не заслуживаю ее любви. Нет, нет, нет. Как не сюда? А, закрыто дело, подожди. Логан не потерял для очередного сюжетного хода. Она моя дочь, и она жива. Подвеска, кстати, да, у нее же на руке подвеска. Мертва. Я ее не спасла. Черт возьми. Этому месту не сломить мою уверенность в себе. Я хороший агент. Никуда не гожусь. Ну и последнее. Бояться нормально. Но выбраться отсюда надо обязательно. Я больше не могу, не могу, не могу. Пусть все прекратится. Если я сдамся, ничего не прекратится. Я нужна Логан. Я нужна Кейси. Так, теперь как мне сбежать появилось? О, я ухожу, досье, погнали. Я так близка к разгадке. Темный обитель хочет, чтобы я возненавидела себя. А я всего лишь... А мне надо всего лишь... Что, забиться к себе чего-то там? Блин, субтитры еще быстрее бы сделали, чтоб я точно не успевал ни хера читать. Я наделала ошибок. И еще наделаю. Но я могу исправить ситуацию. Я начну с того, что выберусь отсюда. Мне страшно. И да, будет больно. Но не так больно, как если бы я не стала пытаться спасти их. Будет больно. Но я не сдамся. Там написано, как сбежать. Чтобы сбежать, нужно преодолеть сомнения и страхи. Темный обитель пытается не дать мне выбраться отсюда. Чтобы сбежать, придется сразиться с ней лицом к лицу. Уэйк называл ее кошмаром. Нужно нырнуть в кошмар с головой и найти путь домой. Дело закрыто. Ну что? Я бы, конечно, пушку еще с собой взял. А, у меня уже и фонарик отобрали. Да, открыта дверь. Подожди, они же сейчас, получается, в темную обитель вдвоем с Аланом придут. Там будет Алан и она. И они смогут ее развалить? Сущность, в смысле. Тогда у Алана в одиночку не получилось, а вдвоем... Сага, проснитесь.
А где Тор и Один? Так, пусть Пистик на месте. Вернись. Зазвонил таксофон. Я каким-то образом поняла, что звонят мне. У меня только один... Ух ты, посмотри, какой инвентарь у меня огромный. А такой был? Или стал больше? Слушай, темная обитель такая красивая стала. Вообще огонь. Посветлее чуть стало. Поэтому не так страшно уже. Hello? Алло. Это снова я. Идите к статуе на площади Парламент Тауэр. Для воплощения вашей концовки в жизнь понадобится содержимое обувной коробки. Это Эли... Подожди, это статуя Элис? Концовка, обувная коробка? Кто это? Элис. Это Элис звонит. Она в темной обители. Они сейчас все выйдут отсюда, скорее всего. Погнали. Так, а где статуя? Тут же статуя была, нет? Не понял, нахуй. Типа в обход надо пойти, подожди. Напевает. Мне кажется, таксофону нужно было прямо туда ломиться. Так, ясно, это не туда мы идем. Я понял, 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 было уже такое у меня. Но я ни хрена не понял, где статуя. Стой, что? А, да. Мы сейчас найдем лампу и сможем тоже менять реальность, как и Алан. Да, все тоже не туда. Добраться до площади в Парламент Тауэр. Так, блядь. Парламент Тауэр же здесь где-то был. Ладно, пойдем искать, кто там поет. А, шериф, здорово. Давно не виделись, кстати. Агент Андерсон. Это и вправду вы. Простите, здесь всякое может привидеться. Шериф Брейкер? Что с вами случилось? Как вы очутились в темной обители? Я перенесся сюда. Меня похитили из морга некий Варлин Дор. Я пытаюсь понять, что происходит. Уже... Очень давно, как мне кажется. Мне нужно попасть на площадь Парламент Тауэр. Случайно не знаете, где это? Когда-нибудь пытались отыскать дорогу во сне? Я пытался нарисовать карту этого места, но все здесь постоянно смещается и перемещается. Как будто несколько версий одного города сложились одну поверх другой. Но у меня есть страница. На ней описано, как Дор идет по этому городу. Я пытался повторить его шаги, но ничего не вышло. Кто такой этот Дор? Он прячется где-то здесь. Много лет подряд он приходил ко мне во сне. Просто безумие какое-то. За внешность обычного человека скрывается нечто большее. Он как-то связан со всем этим. Можете показать мне страницу? Конечно. Собственно, это та самая страница, которую пытался передать вам в морге Брайт Фоллс. Может, Дор для того сюда и перенес, чтобы вы не прочли ее. Держите. Продолжу искать Дора. Чем он ближе, тем я ближе к пробуждению. Я должен найти кукловода. Варлин Дуэйр шагал по мокрым от дождя плиткам городской площади Кальдера. Он остановился перед дверью, ведущей на стройплощадку. Здесь висел постер, рекламирующий его ток-шоу. Он устремился на площадь Парламент Тауэр. Я знаю, что делать. Дверь, ведущая на площадь Парламент Тауэр, была на стройплощадке. А, ну вот, погнали. Так Дор — это не просто, типа,
чувак шел. Не для массовки, он реально здесь что-то решает? Спокойно. Надо же выбить хотел ее. Мы сейчас на крыше окажемся. А нет, вообще в метро. Я вот ровным счетом не понимаю нихуя. Вот вообще, я уже давно перестал понимать, что здесь происходит. Вообще, ну то есть, я даже и не пытаюсь, если честно, разобраться. Я просто иду куда-то. Мы куда-то идем, я иду в надежде, что мне расскажут все-таки, что здесь происходит. То есть я примерно понимаю, что Сага теперь с Аланом, а как поменялись местами? И Сага в обители, и Алан в обители. А, вот дверь открыта, блядь, я не заметил. Ё-моё. Скорее всего, Элис тоже в обители. Шериф здесь каким-то боком тоже оказался. Я на месте. Теперь надо найти стоящую на улице статую. Ты позволила мне утонуть. Ты толкнула меня в воду. Да хватит уже. Все, хорош. О, тени пошли. Есть место сохранения? Нет места сохранения. Тени меня пугают. Ты не понимаешь, они опасны или нет? Здесь обувная коробка. О, щелкунчик. Щелкунчик и пуля светящаяся. И какая-то пуля, сияющая ярким светом. Как щелкунчик попал сюда? Он был в Вашингтоне. Ага. Ага, буду я на вас патроны тратить. Конечно, блядь. Делать мне нечего. А, ёб твою мать. Придется потратить, походу. Не-не-не, меня здесь убьют. Выбраться из темной обители. Хорош заданица, хорош. Так, ладно, он взял... Я взял щелкунчик, взял светящуюся пулю. Что дальше? О, домофон. Ой, таксофон. Извините. Домофон, блядь. Yes? Да. Здравствуйте. Вы меня не знаете, но слушайте внимательно. Погодите. Откуда вы знаете, что щелкунчик там? Слушайте. Алан не знает, что делать. У него нет концовки. Чтобы закончить историю, ему нужна ваша помощь. Как я могу помочь ему? Он там, а я здесь. Чё ты трубку бросаешь, блядь? Не договорили же. Нам надо поговорить. Я в темной обители, Уэйк в Вашингтоне. Раньше я могла говорить с ним в складках. Моя обитель разума сильнее, чем когда бы то ни было. Я могу попытаться связаться с ним. Алан. Нам надо поговорить о концовке. Сага? Ты еще что такое? Это еще что такое? Моя обитель разума. Я уже пыталась с тобой связаться. Но теперь я лучше понимаю, как ею пользоваться. У тебя тоже бывает видение? Я думал, что это просто идеи, вдохновение. Но они реальны. Как то, что происходит сейчас. Я пытался использовать их, чтобы воплотить сюжет в реальность. Значит, это зависит от нас обоих. Может, поэтому мы и могли общаться в складках. Нам надо использовать это против Скретча. Сначала нам нужна концовка. Какие проблемы с концовкой? Ничего в голову не приходит. Она должна быть идеальной. Но у меня нет времени на долгие раздумья. Не знаю, что делать. Черт. Мне так жаль. Это настоящий кошмар. Согласна. Но мы сможем во всем разобраться. Что значит идеальная концовка? В концовке должны присутствовать элементы предшествующих событий сюжета. Но самое паршивое, что это роман ужасов. Получается, концовку нужно заслужить. Нас должен привести к ней сюжет. Без весомых улик дело не построить. Только так ее можно воплотить в жизнь. Ух ты, блядь. Про ужасы даже не начинай. Да. Чтобы все сработало, концовка не должна выходить за рамки жанра. В ужастиках есть только монстры и их жертвы. Я уверена, что в сюжет можно как-то добавить героя. И если появится герой, то придется заплатить высокую цену.
Если концовка должна дополнять сюжет, вот что я предлагаю. Возвращение — это роман о книге, которая стала реальностью. Я один из персонажей. Не просто персонаж. Главный герой. Пусть будет герой. Это не важно. Я прошла через огонь и воду, чтобы оказаться здесь. Это моя жизнь. Думаю, я заслуживаю того, чтобы выйти за рамки сюжета и помочь написать концовку. Да. Именно это и происходит. Прямо сейчас. Мы придумываем концовку, которую я напишу. Я не дам этому ужастику забрать у меня Логан и Кейси. Их втянули против воли. Они должны выжить. Без вариантов. И не только они. Нам нужно попытаться спасти всех. У меня есть идея, как помочь Кейси. Это реальный человек, которого я превратил в персонажа истории. Я его не создавал, поэтому темная сущность не может в него вселиться. Я могу написать это, чтобы эта проклятая штука оставила его в покое. Ага. Это не концовка Скретча. Но и не твоя. Это наша концовка. Теперь не только ты решаешь, что происходит в сюжете. Ты права. В одиночку я не справлюсь. Когда я пишу, все становится только хуже. Ты победил эту штуку в 10-м году, Алан. И сейчас ты снова с ней борешься. Ты тоже герой. Вместе мы справимся. Тогда за дело. Я ж про это и говорил, теперь они вдвоем. Ох ты, блядь. Сколько будет зацепок? Концовка все равно должна быть мрачной. Чем больше людей мы спасем, тем выше будет цена. И герою придется ее заплатить. Одному из героев. Равновесие всегда должно сохраняться. Пусть будет так. Точно? У нас нет времени придумывать что-то получше. Скретч может появиться в любую минуту. Значит, такой будет наша концовка. Щелкунчик у меня. Я придумаю, как передать его тебе. А я напишу все на страницах. Увидимся по ту сторону. Если... О, все появилось! Мистер Дуэйр. Впервые вижу страницу с упоминанием Варлина Дуэйра. Кто он такой? Дверь между комнатами находится одновременно в обеих комнатах. Дверь, что ведет куда угодно, находится всюду одновременно. Дверь в центре. Он дверь, что правит потоками времени. Здесь замешано столько сил, что не поймешь, кто кого пытается обвести вокруг пальца. Кто открывает слишком много дверей. Но это сейчас и не важно. Потом разберусь. Чё-то мне кажется, что этот мистер Дор важен. Дуэйр. На странице описывалось, как он проходит через дверь. Мне тоже надо пройти через дверь. У темной обители много ликов и имен. В ней, как в зеркале, отражаются все возможные реальности. Семья Дуэйров обладает способностью перемещаться между этими реальностями. И сюда, и в другие места. Это ее батя. Если понять, как ориентироваться в этом кошмаре, то, возможно, получится выбраться отсюда. Это ее батя, стопудово. Блять, стопудово это батя Саги. Поэтому у нее и видение от мамы, и вот это вот все остальное. Темное. А, дело закрыто, подожди, а какие еще дела у меня есть? Ой, нет. Выходим. Надо вернуться на городскую площадь Кальдера. Я прибыла в темную обитель через фонтан, может, через него удастся и вернуться. Вернуться на площадь через станцию метро, окей. Мне что-то кажется, что Дуэйр это ее батя. Вот. Блин, нет уже шерифа на месте. Это скриньте, как говорится, скриньте, записывайте. Я могу попасть в Кальдера через метро. Нужно торопиться. Фонарик забыл включить, конечно. Так, а мне это не нравится. А что это вы мне ресурсов хотите подкинуть? Патронов, а? Ну, конечно, блядь. Если дуют патроны, значит, впереди будет перестрелка. О, еще и аптечку дали. И фонарик дали. Да, и фонарик.
Для дробовика патроны. Где сам дробовик? А, во, еще один пропустил. Фальшфейкер, кстати. Ёб твою мать, сколько мне дали батареек. Подожди. У меня есть сейчас мысль. Неизвестная карта. Бля, я сейчас вообще неизвестно, где нахожусь. Конечно, я ж в обители. Что мне дают мои ресурсы обратно. У меня была куча батареек. А я мог где-то пропустить ящик с, там, с дробовиком своим, нет? Здесь, на поверхности. Хотя пистолета хватит. Пистолет, все, батарейки есть, пистолет есть, погнали, хорош. Очень долго мы сейчас все это будем обследовать. Часть вернули, и на этом спасибо. Здесь быстренько посмотрим, посмотрим тут, погнали. Я не хочу быть твоей дочерью. Я тебя ненавижу. А, это типа логан. Блин, я потратил фальшфейкер на это. А не на то, чтобы кинуть в него. Лежать, сучка. Да тихо. Ага. Ой, а где они? Он очень быстрый. Он очень быстрый был. А, это просто тень. Все, погнали дальше. Блин, ну я таких еще пока не встречал. Ты видел, сколько его раз пришлось прижечь? Так, фонтан, погнали. Я на всякий случай взял ракетницу, мало ли сейчас на меня кинут. Конец пути. Закончить главу, вернись. Она пришла к Алану. Алан. Сага, я дописал роман. Добавил концовку, о которой мы говорили. Щелкунчик у меня. И пуля, полная света. Сделать это должна я. Кажется, это путешествие продолжалось целую вечность. Так. Здесь я нанесу решающий удар. Одолею тьму. Краем глаза замечаю, как внизу заплясали тени, окунаю лицо в воду. Он здесь. Его обжигает холодом. Открываю глаза. Эйси. Скретч. Сейчас. Палящий белый луч истины. Короткой вспышкой пронизывает тени, обнажает кошмар. И до этого доносится едва различимое послание. Так, сущность они из Кейси выгнали. Теперь надо застрелить сущность. Ну же, ублюдок. Ну же. Отправляйся домой. Что если под поверхностью нас ничего не ждет? Мы стали жертвами обмана, насмотревшись на игру теней. И тьма на самом деле вовсе не монстр. Тьма таит в себе свет. Мы не достигли просветления, не получили ответов, не узнали истины. Герой стремляется в зло внутри себя. Волна отчаяния накрывает его, и вот он спасен. Сага говорила, мы оба герои. Я готов заплатить цену. Готова и она. Мы уничтожим монстра внутри Алана. Надеюсь, после этого меня уже ничего не ждет, только сон. Так мы и одержим победу. Звучит слишком просто. А что если я все еще в темной обители? Если это всего лишь сон, я всегда возвращаюсь к истокам. Меня одолевает сомнение, выжигающее последние следы воспоминаний. Кто знает, может, не стоит держаться за остатки памяти. Может, без них будет не так больно начинать свой путь. Они же сказали, должна быть жертва. Кстати, впервые, наверное, мы видим уже все. Впервые вижу Сагу именно в кино. Андерсон.
Типа именно в обличье, ну типа в кино. Она же все, до этого все время была анимированная. Нам не покажут, это конец или нет, сука. Должны показать. Ожившая история. Завершить прохождение Alan Wake 2. Alan Wake 3 ждем теперь, ну что, блять, остается ждать. Они не закончили, не рассказали, да-да, нет-нет. Давай ускорить. Может быть, они оставили, типа, знаешь, это как пасхалку тебе на... в контроле, может, покажут. Может, Max Payne выйдет, они там покажут. Может быть, Alan Wake 3 они хотят сделать. Но как может быть Alan Wake 3 без Alan Wake? Охуенная игра, шикарная, просто охуенная. Не знаю, мне первая не сильно понравилась. Первая была тоже, ну, крутая, норм. Ну, знаешь, норм. А это прям вообще срыв башки. Сцена после титров, погнали. Есть. Сцена после титров. Кто это? А. Элли. А это только для тебя. Когда начинались странности, со мной связались из организации, которая расследовала происшествие в Брайт Фоллс. Я пошла к их начальству. И там кое-что произошло. Я вернулась домой и внезапно все вспомнила. Перо находило, как озеро держало меня. Как я тонула в черной пучине собственных отзвуков, страхов, фотографий. В ловушке безумия. Бесконечная череда одинаковых и бегущих по кругу событий. А потом появился свет. Твой свет. Ты нырнул, когда я выплывала. Ты не утонул. Ты до сих пор там, зовешь меня. Вот почему я чувствую присутствие. Я могу видеть тебя, потому что сама там побывала. Поэтому она прыгнет в озеро. Я решила вернуться в темную обитель. Вот почему я устроила выставку. Мне нужно было сбить тебя со следа, чтобы добраться, куда должен был добраться. Ты в петле, и выхода всего два — распад или вознесение. Свет или тьма. С разрушением мы разобрались и не раз. Теперь мало-помалу приближаемся к вознесению. Время здесь ничто. Тебе все равно придется ходить по кругу. А я продолжу показывать тебе нужные образы, пока ты не будешь готов. Думаю, мы уже близко, Алан. Ага. Субтитры как оказывают. Это не петля. Это спираль. Третья часть, еще бы, блять, конечно. Куда же без третьей части? Так, еще раз титры пошли. Ну вот я... Ну как тебе сказать? Я не люблю, конечно, игры незаконченные, когда остаются вопросы, но сейчас... Ну, все-таки сцена после титров немножко рассказала. Рассказала немножко, что будет третья часть, скорее всего. Ну, потому что это спираль, они сказали, ничего не закончено. Алан жив, сага типа выбралась. Что с Эллен еще непонятно, она же тоже вернулась в темную обитель. В третьей части за Эллен, наверное, будем играть. Ну, сделали круто, круто сделали, вопросов ноль. Чуть-чуть, конечно, муторные немножко вот эти вот детективные разгадывания. Но, да, просто пропустим, нет? Последний черновик? А что за последний черновик? Обычная история, сложная. Это типа меня сейчас в открытый мир просто отправят. Ну проверим, давай проверим, может здесь тоже какой-то сюжет есть. Снова к истокам. Воспоминания о предыдущем цикле уже стремятся прочь. Но пока они окончательно не ускользнули, я продолжаю надеяться. Не обязательно повторять ошибки раз за разом. Цикл можно прервать. А это типа новая игра плюс. О, блин, что-то мне не сидится все никак. Что-то мне все никак не усесться удобно. Один вымышленный поэт как-то сказал, согласен, ты на тень. Она же скрыла чудо, я не готов довольствоваться тенью. Я отыщу чудо. В ночи. Это, ну, начало, нет? Олень.
Что за последний черновик? К монстрам и их жертвам сюжет не сводится. Оказывается, здесь найдется место и для героев. Мы непременно отыщем путь к свету. Мы вырвемся наружу. Восстанем в ярком свете. Я уже просто не помню. Ну, типа, я не помню, что он точно говорил, но это точно была Лейн. И сейчас мне покажут Найтгейла, который вылез из озера. Это, скорее всего, новая игра. Типа, плюс. Я пока не готов еще раз играть. Да. Вот он. Давай пропуск зажмем. Я мог... Да, все, это новая игра плюс. Это выходим, короче. Выходим в главное меню. Ну чё? Игра крутая. Здоровская. Мне очень сильно понравилось. Надеюсь, тебе понравилось так же смотреть, как мне. Так же сильно смотреть, как мне сильно в это понравилось играть. Остаются вопросы. Остаются вопросы, как всегда, в принципе, потому что мы Control пошли, было все непонятно, что мы первую часть Алана прошли, тоже было так особо непонятно. Намек на третью часть. Был явный намек на третью часть, так что, скорее всего, будет третья часть. Спасибо, что досмотрел до конца. Надеюсь, понравилось, было интересно. Ставь лайк, подписывайся, следи за моим каналом, тут еще много чего интересного. С наступающим тебя Новым годом и увидимся на канале. Счастливо, пока, до свидания.